Это Луфи. О, это реально Луфи. Да, сразу запись делаю, чтобы потом на канал выложить. Тут у нас пустота, сразу видно. 3840, ну конечно, чуваки, а вы что хотели? На того Луфи вообще гарант был только в баксах. Расхайпленное имбовое дерьмище. Я буду очень удивлен, если он мне раньше выпадет. Будем скипать, что тут уже 150 в минус. Если бы это был чисто аккаунт с 5000 гемами, то мы точно достали бы. А тут пока, конечно, непонятно. Это будет долгое открытие, так чувствую, еще эти вылеты. Так, ну, блядь, сундучки это не то. Это у нас Акайна. Вау! Ребята, Акайна! Акайна выпал. Балдеть. Сильно. Скип. Дефер. Это Луфи. Почти что. О, Джимбос. Джимбос хорошо. Ну, Джимби, это круто, да. 400 геймов минус, ничего. Ну вот, это же, блядь, экстрим. Это такой рандом. Вот представьте, на основе я бы сейчас открывал за гемы свои. Слил бы просто вот какие-нибудь 600 гемов в никуда, и все. 24% медали? Где? В обменнике? Короче, не знаю, ребята, кто будет сливаться. Это либо те, кто просто отчаянный, либо у кого гемы есть, либо кто дурачок и надеется на рандом. Без обид, конечно, но, скорее всего, вы просто гемы сольете впустую и будете потом бибу сосать. Вот, видите? Тупо уже сколько? Минус 400, почти 500 гемов, ничего. Ну, почти ничего. На 60, на 24% хп. О, нормально. Пока очень плохо идет. Кроме Джимбосса мы за 600 гемов, вроде, ну почти 600, мы ни хера не получили. Дефер! Это Луфи! Уа! Это Михоук, ладно. Это Луфи! Это Луфи! Привет, Мартега. Ладно, это Кит. Это Луфи. О, это реально Луфи? На третий раз все-таки выпал. Блять. Я такой, это Луфи, Михоук, это Луфи, это Кит, блять, это Луфи, это Луфи, блять. Нормально. Ну опять, вот ему насрать на статусы. Вообще. Тоже статусники пососите. Вот эти, ну кто там, блядь, сейчас у нас выходил последний, можете пойти в жопу. А, я не успел, ладно. Но это очень плохо, серьезно. Он еще и вторую полоску заполняет. А немного ли, сука, тебе, конечно? М? Вот немного ли? Что-то дохуя, по-моему. Вы видали, я аж там зацепил чела, блядь. Оп, в стойку встал. Ебать меня в жопу просто. Не попал? Че попал? А, подлагивает.
Да он вообще без проблем, ну, типа, в стойку становится. Жесть. Да это реально жесть. У него до жопы дефа еще. Ну, реально, что с ним делать? У меня пока что нет идей, как это кондрить. Ржет вечно. Псих сраный. Подожди, так он сквозь стены идет или нет? Я что-то не понял. Вот, ну типа реально без проблем. Оп, встал в стойку, откинул чела. Ну и пиздец, это все равно, что у него еще один скилл. Бля, бедный из-за сорян, конечно, но это... Я не виноват. Еще и достает просто ёпнуться, как долго, далеко. Просто сколько у него дефа? Пятый гир за 100 гемов словил. Нормально. Ужас. Это ужас, реально.